Приветствую, друзья! В этом видео вы узнаете о том, как создать одностраничные сайты о продукции компании Arix и с легкостью делиться информацией о продуктах, которые вам интересны в компании Arix, с вашими друзьями, близкими, либо просто с людьми в интернете. Итак, для этого вам необходимо зайти в ваш X-Office. Он находится на главной странице сайта arixcis.ru. Как обычно, вводите свой ID, подтверждаете, вводите пароль и заходите в ваш офис. Здесь вам необходимо нажать на вкладку «Мой бизнес», и в правой крайней колонке вы видите дублирующие сайты. Нажимаем. Здесь вы видите несколько сайтов по различным направлениям продукции, которые есть в компании Arix. Начать можно с того, чтобы придумать имя для вашего сайта. То есть он будет выглядеть, например, www.purity.com/ и вот этот идентификатор, который вы впишете и сохраните. Например, это может быть ваша фамилия или имя-фамилия или любой другой идентификатор, как вы хотите, чтобы ваш сайт назывался и отличался от других похожих сайтов. Здесь вы можете выбрать одно или несколько направлений, один или несколько сайтов, в зависимости от того, какая продукция лично вам нравится, с какой продукцией вы хотите работать и с какой продукцией вы хотите познакомить вашего потенциального клиента или партнера. Здесь вы видите, есть Purity фильтры, здесь есть Tlenderize, система коррекции веса, есть масла Prime, которых на данный момент пока нет в СНГ, также Revive, JV, Beauty, Nutrify и Arix Travel. Давайте рассмотрим, как необходимо дополнительно настроить сайт. Обратите внимание, что у сайта есть статус. Он активный либо неактивный. Если ваш сайт изначально сейчас неактивный, то под сайтом вы нажимаете кнопку «Активный». Соответственно, то есть это будет означать «Активировать». И вот здесь он станет активный, ваша ссылочка будет работать. И уже по этой ссылке люди смогут знакомиться с продукцией. Соответственно, для этого вам необходимо будет им данную ссылку передать. Теперь здесь есть кнопка «Редактировать». В этом поле вам необходимо указать ваши контактные данные. То есть на сайте внизу, как всегда, есть поле «Контактные данные», чтобы человек, когда ознакомился с информацией на сайте, он мог с вами связаться. Соответственно, здесь вы указываете, к примеру, ваше имя, фамилия. Здесь написано имя, ну, конечно, лучше указать имя, фамилия. Если хотите, чтобы на сайте был указан ваш номер телефона, люди могли с вами связаться, указывайте номер телефона. Ваш электронный адрес. Также можно указать ссылки на ваши профили в социальных сетях, в зависимости от того, какими вы пользуетесь и где вы размещаете информацию, которую хотите, чтобы ваши потенциальные клиенты и партнеры могли увидеть, переходя с вашего сайта. Это может быть Instagram, Facebook, либо Twitter. И после этого нажимаете кнопочку «Сохранить». Теперь давайте вернемся и посмотрим, как выглядит наш настроенный сайт. Нажимаем кнопочку «Назад». И здесь ниже видим кнопку «Предварительный просмотр». Нажимаем на нее, у нас открывается новая вкладка. Таким образом мы попадаем на сайт, который персонализирован уже под вас. Здесь вы можете посмотреть, какие различные заставки компания подобрала. И также видите, что человек, когда попадает на этот сайт, он видит нейтральную информацию. Он может посмотреть видео об одном из продуктов, это MOA. И также он может ознакомиться со всем перечнем продукции, либо с отдельным продуктом, о котором вы ему заранее говорили. Здесь он может получить информацию более подробно о каждом отдельном продукте и также посмотреть, что входит в состав каждого отдельного продукта, то, что указано на упаковке. Таким образом, человек знакомится с продукцией, и в самом низу сайта вы видите, что как раз вот эта контактная форма «Свяжитесь со мной». То есть человек, ознакомившись с продукцией, он понимает, как ему с вами связаться. Здесь указано ваше имя, либо имя, фамилия. Здесь указан номер телефона, ваша почта. И немножко ниже, если опуститься, то здесь как раз указаны социальные сети, которые вы указали. То есть человек может с вами связаться и через социальные сети. Что еще очень важно, что когда человек ознакомился с информацией о продукции, он может либо с вами связаться, используя эти контакты, либо нажать кнопочку «Купить сейчас».
И таким образом он может приобрести продукцию без вашего участия. Так человек нажимает на кнопку «Купить сейчас», выбирает язык, который ему подходит, и выбирает другую страну, либо если USA, то USA, либо выбирает страну, в которой он находится. Например, он находится в Украине, он выбирает Украина, и перед ним открывается ваш интернет-магазин, в котором он может совершить покупку, не обращаясь даже к вам. Например, он хочет приобрести Моа, он добавляет ее в корзину. И, например, он хочет приобрести одну упаковку Rejuvenix. Вот эти продукты у человека оказываются в корзине. А переходя в корзину, человек может самостоятельно оформить заказ, указав свои данные для доставки. И компания, естественно, после оплаты ему данный продукт отправит. Если вы обратите внимание на стоимость, то вы увидите, что человек таким образом приобретает продукцию по розничной цене. И, соответственно, к этой цене будет прибавлена еще стоимость доставки. А разницу между розничной и партнерской ценой компания, естественно, зачислит на ваш бонусный счет, ваш аккаунт. И также человек здесь видит, что можно запросить промокод, соответственно, получить скидку. Он это может сделать, либо нажав кнопку «Запросить», либо используя ваши контактные данные, которые вы указали на вашем одностраничном сайте. То есть таким образом вы можете как ознакомливать человека с продукцией, так и совершать сделки, совершать продажи. Люди могут сами приобретать у вас продукцию без вашего участия. Таким образом вы можете настроить несколько одностраничных сайтов. Это может быть о БАДовой продукции, о косметике, либо это, возможно, фильтры, либо система коррекции веса. И работать, соответственно, уже с этими сайтами. Предварительно посмотрите, какая информация на этих сайтах, чтобы грамотно презентовать этот сайт вашим потенциальным клиентам и партнерам. Спасибо большое за внимание. Больше видеоинструкций для развития вашего бизнеса вы можете получить в системе BeHappy24. А я желаю вам еще больше удовольствия от использования продукции Arix и успеха в развитии бизнеса.